Вы ушли из театра имени Ермоловой в 89-м или... Что-то такое, да. То есть очень давно. И с тех пор, насколько я знаю, ни разу там не были в качестве зрителей. Или нет. Там... Ну не потому, что я ушел, и мне прямо невозможно было туда заходить. Ай, боже мой. Просто как-то не случалось. Ну, видите, как-то там и премьер громких не было, да и вообще не очень большой театрал, по театрам не часто хожу. Да, прям. Скажем, не случилось, да, не случалось да. у меня приходить. Но вы знаете, я когда пришел туда, вот сейчас, и как-то так мне все это было по-родному. Я даже не понимаю, я бы не сказал, что это были самые счастливые годы мои творческие в театре. Потому вот что я пришел на «Новое дело» тогда, к Валерию Владимировичу Фокину, который, в общем-то, быстро достаточно распалась, и я, в результате, ушел. Роли, которые я там играл, хотя и прозвучали вроде как в театральной Москве, но мне удовольствия творческого не принесли. Поэтому такой, ну, был, как бы был и был у меня период в жизни такой, театр Ермоловой. А сейчас, когда пришел, я понял, что мои отношения с театром Ермоловой только начались. Вот те 4 года можно не считать, но они остались базой, потому что очень много людей, с которыми я работал, с которыми выпивал, с которыми играл и так далее, и так далее. А сейчас выпиваете с этими же людьми или с другими? С этими еще не успел, сейчас надо открыться 1 декабря. Ну как, весной вы назначены? Весной назначены, и с июля месяца у нас ремонт. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».